На несколько дней в Твери перекроют площадь у обелиска Победы. Курсанты Академии ВКО имени Жукова будут принимать присягу. В городской администрации сообщили, что 28, 30 и 31 августа будет запрещено движение транспорта и парковка на улице Ефимова до моста через Маку в створе улицы Советской. Запрет продлится с 22 часов и до полуночи 28 августа. 30 августа с 9 до 11 вечера, 31 августа с 9:30 утра и до полудня. Организация объезда транспорта будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения, добавили в администрации Твери.